нам подарили альбом. И там уже было все прописано. И вот на одном листе было написано, что я очень люблю плавать, но в маленькой ванночке далеко не уплывешь. Вместо детской ванночки – большой бассейн. И не рядом с домом, а в Сардинии. На чемпионате Европы по плаванию среди детей с синдромом Дауна спортсмен из Одинцова Алексей Дегтярев завоевал золото и поставил 5 мировых рекордов на разных дистанциях. Ошеломительный успех – результат упорных тренировок. В день по несколько раз. Плюс сухая тренировка, 2 раза бассейн. Плачет, устает, но идет вперед. Сегодня Алексей получил именную стипендию губернатора в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На достигнутом пловец останавливаться и не думает. В 2028 году планирует взять золото Паралимпийских игр. У меня там как раз будет 23 года. Ну, и я им устрою жару. Еще один стипендиат губернатора – Руслан Музафаров. Юноша учится в 10 классе, но уже знает, что станет юристом. Ученик Одинцовской лингвистической гимназии, победитель областной олимпиады по избирательному праву и регионального этапа Всероссийской олимпиады по основам предпринимательской деятельности. Долгие часы подготовок, стресс тоже на самой олимпиаде. Понимаешь, что от этого многое зависит в твоей будущей жизни. Конечно, сложно, но... ничего, стараемся. Еще один стипендиат губернатора Иван Лямцев на торжественной церемонии вручения дипломов присутствовать не смог по состоянию здоровья. Но заслуженную награду обязательно получит, пусть и в менее торжественной обстановке. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».